Привет! Сейчас я расскажу, как размещать макет у себя, просить разместить макет у своих знакомых. Твоя задача каждый день просить всех, хотя бы 20, да, человек в день, поставь себе такую цель, это твои знакомые, которых ты будешь просить разместить макет. Ты заходишь на свою страничку в Инстаграм и ищешь, ну, у тебя подписчиков, скорее всего, меньше, ищешь своих настоящих подружек, девчонок. Сейчас я вот найду, у меня подружка волосами просто занимается. Волосы. Так, ладно, давайте сейчас другую. Так, видите, у меня людей полно. Давайте вот так я попробую найти своих подружек. Настоящих. Вот, например. Я пишу Лиде. Так. Вот ваша подружка. Да, вот она. Вас лайкает, комментарит. Это ваша реальная подружка. Я ей пишу. Лида, привет. Привет. Как дела? Вот. И вы можете своими словами вообще, да, либо использовать тот текст, который мы дадим. Вот он, этот текст, да. Вот, вы можете его выложить. И сразу прикладывать фотку, которую надо. Я ее сохраняю в избранное. Вот. Все. И вот таких надо 20. Лида, привет, как дела? Хотела тебя попросить, если не затруднит, конечно. Я еще замечательного человека в команду. Ну-ну-ну-ну. Все. Вот. Дальше. Либо, лучше вообще, конечно, прямо вот своими словами писать. Сейчас я еще найду своих Спирина. Нету. А тут... Ну, например, да? Таня, ну это не моя знакомая. Таня, привет, как дела? Это вы пишете своим знакомым. Я своим знакомым уже 1000 раз писала. Вот. И то знаю, кому написать. Как дела? Можно к тебе с просьбой? Хочу тебя попросить, либо хочу тебя попросить. Выложи, пожалуйста. И все. Избранное. Отметь меня. Сможешь? Пишем только своим знакомым. Реакция знакомых. Либо они сами спрашивают, ой, а что это у тебя такое? Расскажи мне, пожалуйста, подробней. Либо они выкладывают, да? И обязательно нужно, чтобы они тебя отметили. Как отметить, я думаю, что большинство знает, но если не знает, то тоже нужно будет им скинуть ролик, если они скажут, а как это отметить, то у нас есть ролик, тоже напишешь нам в чат, спонсору напишешь, он тебе покажет. Вот таких нужно 20 сообщений отправлять каждый день. Человек у тебя интересуется, может быть, даже в запросах. Вот твой Инстаграм, нажимаешь на домик, вот на сообщение, вот может быть в запросах, да, вот запросы тоже нужно проглядывать, просматривать, может быть в запросах у тебя будут сообщения, будут у тебя интересоваться, либо прямо вот здесь в папке, либо в запросах. Люди будут спрашивать, что у тебя за работа, ты уже идешь к спонсору, да, спонсор расскажет, что и дальше. Ну вообще дальше, ты создаешь чат в WhatsApp, и все, и спонсор дает там информацию. Все, ничего сложного, таких 20, если это Инстаграм. Если это контакт, то там немного по-другому. ВКонтакте нужно просить выложить макет. Также, например, пишешь свои знакомые. Ну, вот Жанне, например. Ну, Жанна, это не... давайте опять на Лиде. Так, Лида, привет. Можно тебя попросить?
И тут выложи на стену мою фотку, если не сложно. И ссылку на меня укажи. Сейчас скину. Здесь уже тоже можно заранее подготовленный текст. Сейчас скину текст и фото. Вот, например, вот этот. Опять же, да? Текст. И текст. Текст заранее готовь. Это моя знакомая. Ну, текст подготовишь. Это моя знакомая Татьяна. Ей нужны девчонки на удаленную работу. Пишите ей в личку. И сюда твоя ссылка. Ссылка на твою страницу. Все. Пишите ей в личку или в WhatsApp. Ссылка. Сюда ссылку пишите свою. Все. Понятно? Ну, ссылку вы уже свою вставите. Все. 20. Каждый день по 20. 20 в WhatsApp, 20 в Instagram, 20 ВКонтакте. Либо 20 там, либо 20 там. Чем больше, тем лучше. Не бойтесь делать много. Собеседование мы все проведем. Сами информацию не давайте. Делайте чат с менеджером. Всю информацию покажем, расскажем. Вот. Поэтому давай, действуй, у тебя все обязательно получится.